А вот в Украине вопросы с коррупцией среди чиновников решаются по-другому. К примеру, электронную декларацию главного радикала Олега Ляшко проверить невозможно. Печерский суд столицы попросту запретил прокурорам это делать. Как сообщает одно из информагентств, речь идет о внеплановой проверке уплаты налогов и сборов в декларации за 2016 год. Этот документ заинтересовал сотрудников САП после того, как в начале года Ляшко внес в него изменения. Вписал приобретенные 2 земельных участка под Киевом и дом. К слову, такую недвижимость эксперты оценивают в минимум 15 миллионов гривен. Бизнеса у Ляшко и его супруги нет. Откуда деньги, нардеп объяснить не смог. Не рассказал и о том, за какие средства летал на рождественские каникулы в Таиланд со своим кумом Юрием Сухиным. И кто оплатил отдых на майские в Вене и курортном Клагенфурте в Альпийских предгорьях.